На часах за полночь, но дорожникам отдыхать некогда. На новое дорожное полотно они наносят свежую разметку. Здесь, на улице Чикина и Можайском шоссе, нешумные работы проводили в ночное время суток, чтобы не мешать движению днем. Вечером проводим нанесение дорожной разметки холодным пластиком, оборудуем пешеходный переход. Вот в данный момент красим шашки на искусственной дорожной неровности. Качество ремонта дорожного полотна оценил глава муниципалитета Андрей Иванов. Образец асфальта проверяют в лаборатории и только потом наносится разметка, пояснил руководитель округа. По ремонту дорог, который мы тоже сегодня инспектируем, в этом году беспрецедентный объем. 69 участков на территории нашего округа, которые мы приведем в порядок, отремонтируем, заменим дорожное покрытие. Это более 50 километров в общем итоге. Все контракты отыграны, уже многие подрядчики приступили к работам. В городе Одинцово идут работы на улице маршала Неделина, на улице маршала Жукова, вокзальная улица, все, что примыкает к Можайскому шоссе. На вокзальной улице уже уложен асфальт, заменены бордюры и отремонтирован тротуар. Летний период – самое подходящее время для дорожного ремонта. По поручению губернатора до 1 сентября мы должны со всем объемом задач справиться. Более 5000 ям уже оцифровано на дорогах общего пользования. Примерно мы уже с этим объемом справились, но ямы появляются каждый день. Где-то маленькие, где-то большие, поэтому мы не останавливаемся, оцифровываем ямы дальше, они попадают в систему, мобильное приложение, дальше отправляются подрядные организации. И, естественно, как только яма сделана, сразу мы заносим также мобильное приложение для контроля качества выполнения этих работ. На данный момент в городе ведутся работы на улицах Неделина и маршала Жукова, в селах Акулово и Ромашково. По словам Андрея Иванова, скоро начнется ремонт дорог в Савинской Слободе. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».